Таня плюс Володя, букет мелодий. Вы не смотрите, Таня, что я учусь в десятом. Дорогие Татьяны, сегодня для вас не только песни, но и развлекательные мероприятия. Нет, всем остальным не нужно переключать канал. Событий хватит на всех. Всем привет! Сдали сессию, тогда вперед, сегодня в Казанову. Там пройдет тематическая вечеринка «Сессия офф плюс Татьянин день». Повеселитесь там на всю катушку, проведите уикенд действительно круто. Таня, это твой день, поэтому и в Мяте сегодня ждут Татьян и не только. Бескомпромиссное пати по случаю и одновременно вопреки Дню студента. Студентам быть не круто. Куча заданий, мало денег и, собственно, знаний. Но у этого периода есть неоспоримое преимущество. Это молодость и возможность веселиться всему вопреки. Этому и будет посвящена пятница в Мяте. В эту ночь в гости к нам приедут два сибиряка с московской пропиской. Одного вы точно знаете, поэтому мы готовы звать его снова и снова. Это микс Маста, сибирский атрек, наш друг диджей Мос. Он будет отвечать за музыку в клубе. Здесь Мос. Not made in China, but made in Siberia. Запоминай, проверь его. Он сейчас делает все. А вот в кафе будет царствовать король вечеринок Party Animal, знатный сквернослов и директор пельменной. Шучу, конечно, Виджей Чак. Любимец музыкально продвинутой молодежи, острый на язык, светский репортер и звезда самых ярких московских событий. Чак совмещает свой отчасти глянцевый стиль жизни с оригинальным музыкальным вкусом и беспощадным чувством юмора. Дело время, потехи час, а лучше целую ночь. Забыть про сессии и курсовые и полностью погрузиться во все прелести ночной жизни можно сегодня в клубе «Метро». В эту ночь атмосферу задают ректоры института. Диджей Дабл, Марк, Деку, Хандер и, конечно, гоу-гоу поддержка от сексуальных студенток. Принимать экзамены в виде конкурсов и оценивать подарками будет декан факультета МС Шуйс. Впервые в Туле выступит с сольным концертом Эльдар Далгатов. Не в силах верить я, что больше нет любви. В программе его лучшие хиты и новые синглы, которые приятно удивят поклонников Эльдара новым звучанием и современным стилем. Эльдар пользуется популярностью как и в России, так и в других странах, каждый раз собирая полные залы. А вот «Молот» в эту субботу будет праздновать десятилетие клуба. В этот вечер вашему вниманию лучшие и любимые группы от блюза до хардкора. Большой праздничный рок-торт для всех и, конечно же, подарки и поздравления. А вот оторваться под ска-нотки можно будет в пабе «Ирландец». Там будут выступать группы «Скака», «Беги пони» и «Шутки». Любите домашние удобства и зажигательные танцы? Тогда следующая вечеринка специально для вас. Клуб «Времена года» представляет пижамную вечеринку. Всем студентам в пижамах и Татьянам вход бесплатный. Да, и почти домашнюю атмосферу создавать будут диджей Джип и Urban Madness. Ну а кому в зимние денечки не хватает тепла, идите покупать батареи. Ну или просто проведите субботнюю ночь во Фьюжене. Видимо, в честь недавнего дня объятий там пройдет тематическая вечеринка «Дарю объятия бесплатно». Бесплатный теплообмен начнется в 23 часа. А теперь к киноновинкам, которые открывает сегодня картина «Охотники на гангстеров». Захватывающая криминальная драма, в которой мне больше всего нравится то, что основана она на реальных событиях. Сюжет фильма разворачивается в середине прошлого века в Лос-Анджелесе. Город ангелов держит под своим контролем местный криминальный авторитет Микки. Все, больше ничего не скажу, смотрите все сами. Но здесь я, Господь Бог. Лос-Анджелесу отчаянно нужна помощь. «Не ходите, дети, в Вегас и гулять». Следующая картина «Билет на Вегас». Яркий постер, интригующее название и фамилия Михаила Галустяна в титрах. Для многих это уже повод отправиться на фильм. Как вас поздравляю, это такая удача. Это же рекордный выигрыш. 50 миллионов! Условием розыгрыша вы получите деньги в Лас-Вегасе. И последняя премьера ту-ду-ду-ду, новый фильм Стивена Спилберга «Линкольн». Масштабно, весьма красиво, вполне. Так смотреть-то стоит обязательно. Только перед просмотром почитайте немного учебник истории, чтобы понять, кто есть кто. Конгресс не имеет права признавать равными тех, кого неравными создал сам Бог. На этом мне пора откланяться и сказать вам, уикенд объявляю открытым. Чао!